Для комфортного пребывания в водной среде очень важно подобрать для себя правильный гидрокостюм. Самый первый и часто задаваемый вопрос: какой гидрокостюм приобрести на лето и межсезонье, 5 или 7 мм? Мы убеждены, что для этого периода подходят костюмы и 5, и 7 мм. Все зависит от вашего личного физиологического восприятия и переносимости различных температур. То есть, если вы человек теплолюбивый, то вам нужен гидрокостюм 7 мм. А если вы горячий парень, то будет достаточно и 5. Предлагаем обзор костюмов, которые актуальны на данное время и чаще всего встречаются в ассортименте магазинов для подводной охоты. Гидрокостюмы Кресси. Чаще всего в магазинах встречаются две модели – Скарфана и Троцина. Костюмы из мягкого неопрена с короткими штанами без лямок. Из-за особенностей кроя идеально садятся на спортивную, даже худощавую фигуру. Модель Скарфана, помимо цвета камуфляжа, отличается от иных моделей защитным слоем полимера, покрывающим швы. Гидрокостюм этого производителя качественный и надежный. Гидрокостюм Maris Instinct Camo Brown 7 мм. Коричневый камуфляж. Короткие штаны без лямок. Мягкий неопрен. Но костюмы фирмы Maris встречаются в продаже все реже.
гидрокостюм Бушат 5 мм. Большинство моделей данного производителя необоснованно дорого стоит. Дизайн костюмов ничем не примечателен. Неопрен изнашивается гораздо быстрее, чем у более дешевых аналогов. Но при всех этих нюансах этого распиаренного производителя уважают подводные охотники многих стран. Гидрокостюмы Омр 5 мм. Отдельно выражаем благодарность данному производителю за исключительный комфорт, мягкость неопрена и невероятный космический дизайн. Но следует отметить, за мягкость, эластичность неопрена придется заплатить недолговечностью и высокой изнашиваемостью. Гидрокостюмы Сарган. Производитель, разрабатывающий гидрокостюмы для охотника средней полосы России. Об этом говорят цвет камуфляжа, разновидности моделей, особенности кроя. Эти костюмы идеально садятся на охотников с коренастым крепким телосложением. В общем, настоящего русского человека. Гидрокостюмы фирмы Pike.
относительно молодой российский производитель весьма неплохих и качественных гидрокостюмов. Классический крой, мягкий неопрен, самый большой плюс – невысокая стоимость готового изделия. Гидрокостюмы Марлин. Производитель учитывает различный финансовый достаток покупателя и дает возможность иметь бюджетный, но качественный гидрокостюм. Тому пример Марлин Сармат. Марлинский лур – более продвинутая модель. На нашем охотнике камуфляж браун. Марлин Камаскин Грин и Камаскин Олива. Максимально анатомический крой, состоящий из 44 деталей. Очень комфортный эластичный неопрен. Усиление на локтях и коленях. И в то же время мягкие вставки в районе сгибов и многие другие полезные элементы костюма обеспечивают максимальный комфорт при плавании. На данный момент этот производитель по праву занимает лидирующую позицию на рынке по соотношению цены и качества.
все познается в сравнении. Это относится и к костюмам. Исходя из нашего многолетнего опыта использования гидрокостюмов различных производителей, на примере и в сравнении мы показали и рассказали о некоторых из них. Но выбор всегда за вами. Доброго вам здоровья и комфортного плавания!